Ну что ж, народ, добро пожаловать! Встречайте, Dead Side Club, сетевой шутер с видом сбоку. Присоединитесь к приглянувшейся банде, выбери умение и спецоружие, и вперед в самое пекло. Такого вы еще не видели. Зубодробительные бои Dead Side Club заставляют попотеть даже ветеранов жанра. Забавное описание. Ладно, не забывайте подписываться на канал. Итак, что это за игра? Ну, как вы можете сами посмотреть, это игра с приятной 2D графикой. Да, вид сбоку. Ну, персонажа, как, кстати говоря, здесь можно переодеть разными шмотками. Есть RPG составляющая и, в принципе, кое-какой сюжет. Различные виды оружия и зомби. Есть также боссы. И все сделано в приятном графическом стиле. Вот что самое неплохое. Неплохой анимации врагов. Красивыми фоновыми видами. Игра, кстати, бесплатная и по своей сути является онлайн-игрой. А вот, в принципе, с моей точки зрения, есть пока одна серьезная проблема. Так это то, что на большинстве более-менее интересных миссий нужно собрать партию игроков. Да, повторюсь, игра неплохо сделана, но без ботов, увы, честно говоря, ей придется походу трындец, и то быстро. Ну, как правило. Может, она, кстати, и выкарабкается. Посмотрим. Возьмите, в принципе, на заметку. Это бесплатная игра. Может, игроки в ней, конечно, нарастут. Придумает разработчик, что туда ботов нужно вдруг резко неожиданно вставить. Ну, так-то игра неплохо сделана. Надеюсь, конечно, она сможет более-менее, так сказать, выжить. Но, если честно, конечно, без ботов здесь приглашать друзей, создавать партии, искать. Мне 15 минут последний раз вышло ожидание пати. Потом один человек оборвался, у меня соединение вылетело. Это не очень-то и хорошо, если честно. Но игра, да, очень довольно-таки интересно стилизована. И я, честно говоря, не ожидал, что вот 2D игра меня сможет так вот онлайн такого рода заинтриговать, потому что в действительности интересно и хорошо, красиво сделано.